удачи. Торжественный момент. Ивантеевские 14-летние получают паспорта. Во Всероссийский день правовой помощи детям подростки принимают поздравления от руководителей межрайонного отдела Федеральной миграционной службы, комплексного молодежного центра, ЗАГСа. Получение паспорта – это, в общем-то, такой достаточно знаковый момент в жизни каждого человека. С этим документом вы пойдете дальше. В нем будут отмечаться основные веки вашего жизненного пути. И служба в армии, и вступление в брак, рождение детей. И поэтому хотелось бы обратить ваше внимание на то, что к этому документу необходимо относиться бережно и уважительно, потому что это, в первую очередь, символ российской государственности. Проводят викторину. Ребята удивляют знаниями. Верно отвечают, с какого возраста получали паспорта в Советском Союзе и куда обращаться сейчас, если потеряют паспорт. Что идет сначала – номер или серия паспорта? С обретением документа у подростков появляются новые права и обязанности. Блиц-опрос – готовы или нет? Защищать свои права в суде? На празднике прозвучали основные моменты из мировой истории возникновения и становления паспорта как основного документа в жизни человека. Ребятам пожелали быть добропорядочными и законопослушными гражданами своей страны. Хочу поздравить вас с таким замечательным днем. Я думаю, что запомнится вам на всю жизнь. И от лица миграционной службы хочу пожелать вам достойно влиться в общество наше. Российское. Ну, и от вас в первую очередь сейчас требуется только учиться. Пока только учиться. Обо всем остальном, я думаю, родители заботятся пока. Учиться это не значит, что читать учебники, делать уроки. Нужно учиться жить в обществе, в социуме. Сейчас успехов в учебе. Дальше успехов во всех ваших начинаниях. Что касается выбора профессии, да, потому что если вы выберете ту профессию, которая вам будет по душе, вы будете, соответственно, успешны и счастливы. И кто знает, может быть, мы через какое-то время, да, вы прославите наш город, может быть, вы станете известными учеными, писателями, научными работниками, и мы будем гордиться и будем вспоминать вас, вот когда-то мы вручали вам торжественный паспорт. Также подросткам рассказали о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних. В завершении встречи общее фото на память. Всего паспорта получили 22 ивантеевских школьника.